Готовим песочные кольца с арахисом. Берем сливочное масло, добавляем сахар, взбиваем. Дальше кладем одно яйцо и соль. Продолжаем взбивать, выкладываем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 30 минут. Дальше делим тесто на две части. Раскатываем тесто толщиной примерно 7-8 мм. Врезаем коржики. Смазываем яичным белком. Кладем смазанной стороной в тарелку с арахисом. Дальше на противень. И выпекаем 15-20 минут. Кольца готовы. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.